Я рада, что ты добрался живым. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. Пора уходить отсюда. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вортигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились? Ладно, сюда! Я проник в новую систему безопасности. Теперь поищем отца. Боже мой! Бедные люди! Вот! Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Вот! Он идет. Пошли навстречу. Ха, готово! Иди за мной! Он должен быть здесь. Открою. Он там! Ладно, давай попробую открыть. Неужели это вы? Не верю своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока можешь. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Но, Джудит, мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Пора уходить отсюда. Thank you.
Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Эй, береги себя. Сработало. Попробую расчистить тебе путь. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Подожди. Я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Я начну работать над воротами. Секунду. Окей, есть. Черт. Разгляни-ка на монитор. Ты входишь в новый зал управления. Кажется, там все еще кто-то есть. Бежишь.
Похоже, к тебе направляется целая куча солдат. Быстрее, обыщи комнату. Тут должны быть пулеметы комбайнов. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание, десантные силы отвернутся. Причислим это 7. Обнаружим атак с целью номер 1. Я не могу отключить эти поля отсюда. Когда получу к ним доступ, я тебя догоню. Сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Прости, что я так долго. Хорошо, что с тобой все в порядке. Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть внутрь. Вот она. Минуту. Да как она? Извини с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы же обещали не трогать Илая. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием Гордона. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Не я знаю просто... доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, я не верю!
Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым. Я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Нет ли где пулемета?
Быстрее приготовься! Солдаты повсюду! Цель номер один перевести в зону сдерживания. Всем оставшимся подразделениям направляться к Дельта 8. Выполняйте. Цель номер один перевести в зону сдерживания. Всем оставшимся подразделениям направляться к Дельта 8. Выполняйте. Что так долго, Гордон? Похоже, тебе нужна была помощь. Больше я тебя не брошу. Теперь выследи Мосман.
Провал миссии влечет выселение в неживое пространство. Отлично, еще один пост. Напоминаю код. Так, Мосман, где ты? Где? Ха! Вот она! Ха! Попалась! О-о! Пошли, Гордон. Не будем заставлять ее ждать. Блокирую дверь. Обратной дороги нет. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Эй! О, слава богу, кто-то... Алекс? Гордон? Как вы сюда попали? Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. О чем ты говоришь? Черт! Назад, Мосман! Мы заходим! Алекс, что бы ты ни думал, поверь, я старалась защитить твоего... Заткнись! И радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с той же целью. Я перепрограммировала модулятор имитации зенротранслятора. Ты украла работу моего отца. Это и моя работа. И я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для Хватит любого нести нашего чушь. Исследования. Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызову. Вы нашли Лая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Клайнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы взаперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джудит, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Так вот он, портал Альянс. Он меньше, чем я предполагал. Быстрее, Мосман. Доктор Клайнер. Мы в Новопроспект, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? В полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? Подожди, надо опустить это назад. Нет, стой! Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный Нет. выход. Вернись немедленно! Что происходит, Папа! Алекс? Люди, Нет! что происходит?
за координаты. Куда она его отправила? Нет. Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Используй пулеметы. Пулеметы наготове. Выпустите нас! Алекс? Гордон? Боже, как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Да, это так. И последствия были серьезными. Но это было неделю назад. Что значит неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Неделя?
Что же мы пропустили? Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонтов, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. Еще один твой друг прибыл пару дней назад. Пес, ты добрался! Молодец! Ну вот, смотри, все не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, док. Док, отвечай, ты там? Эй, док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. Ха, вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт, атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без лобов. О, нет. Куда же она делась? Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Гордон, будь осторожен. Доктор Кляйнер, у нас нет времени.